В Кировской области около 100 человек отравились курительной смесью, сообщил заместитель начальника управления госнаркоконтроля по Кировской области Владимир Марков на прошедшей экстренной пресс-конференции. Наркоторговцы распространили среди потребителей новый вид психоактивного вещества. Среди признаков отравления веществом – возникновение судорожного приступа, угнетение сознания, остановка дыхания, неадекватное поведение. От отравления неизвестным веществом уже погибли 4 человека. Наркополицейские ведут розыск поставщиков.